Пойдем поиграем в строящем. Игра Endling автоматически сохраняется. Не закрывайте, видите этот значок. Еп. Не для. Вот это такая. Вибрация, контроллер. А клавиатура есть, нет? Ласкать и тявкать. Отличное качество в окне, на весь экран. Здесь это не как полный экран, это как полный экран, потому что у меня все вылетело. Угу. Короче, лучше в окне. Не в таком окне. О, все, вот в таком окне. Спасибо. Сглаживание, здесь все есть. Аудио, да вроде не особо громко. Режим дальтоника не надо. Ну, вообще, я бы чуть-чуть, может, потише сделал. И поехали, новая игра. Ласкай тявкой. О, нет, все горит. Башня на фоне с цифрой 3. Наш лес сожгли. А, олень меня чуть не раздавил. Бежим к нашим лисяткам. А. Прокопаться решила. Я думал, перепрыгнет. Мордочку испачкала. Лимба про лисицу, ага. Она, кстати, да, слева направо. Зайку, лови зайку, надо детишкам кушать принести. Не? Блин, я прям охрип за сегодня, очень много говорю, а нас кушать. Нет, туда не получится. Мне придется бежать обратно. Взаимодействие, нажмите пробел. Ага. А, вот оно что. Карабкаться. Люди здесь все поджигают. Мужские детишки. Да, все уничтожает. Завтра в Вентере обнову. Да не завтра, она ни хрена, она в четверг выйдет в России. Ну, либо завтра в 9 вечера, супер поздно, скорее всего. Примерно в 9 вечера, ну... А! Лёсь! Окей. Врага горят. Зебяки одни мусорят, другие все жгут. Третий и того хуже. Лёпку поломали. А, в обнове будет для 5 чемпионов 3 новых 4 новых героя. Кайса, Гвен, Евелин, Италия. И новый регион, то бишь новое приключение. Да, это прикольно. Это клево. Но времени во все это поиграть у меня будет максимум полчетверга где-то, наверное. Потому что в пятницу начинается РГГ, если не отложат из-за того, что гид заболел. Если отложат, то успеем на выходных все пройти. Out. Током не бьется, надеюсь.
милый дом. А, это уже дом. Лисичка пакает. Давай, лисичка, превозмогай. Найди в себе силы жить дальше. Это тяжелая жизнь. Ой, а, она беременная была. Ой, их можно настроить, ничего себе, цвет лися там. Офигеть. Нравится этот пятныш. Этот будет твич-партнер, которому не платят. Этот будет сирунчик. И свинка, потому что розовенький. Маленькая пигги. Серунчик не потому что срется, а потому что серого цвета. Не знаю, как эндлинг переводится. Ну, а Extinction is Forever, типа... Уничтожение вечно. Истребление вечно. Стрей не зашел? Нет, Стрей понравился. Пройдем, продолжим потом. Постараемся пройти полностью в ближайшее время. Успеть. Поймать рыбу или мышь можно только с точки броска. Надо накормить. Карта есть. Во. Барсучиха. Закрытый путь. Масштаб. Да, вау. Это не Лимба, походу. Это... Что это? Как он называется? This War of Mine, что ли? Че, выживач? Найдите еду для лисят. Раньше была очень старая игра про волчицу и волчат. Мне кажется, я в нее даже играл. На Subday как-то заказывала с Кейри вроде бы. Название только не помню. Спрятаться можно. Это что? Наделает пырк? Какая-то шкурка. Так, надо управление посмотреть. R навык, F взять, бежать, нюхать, красться. Братья на шкурку не хочет. Держишь C, чтобы найти по добычу. Вот, что-то есть. Принесите еду в логово. Что-то нашел. Это тоже, видимо, еда, да? Только это какая-то вонючая.
Не, ну это мусор, я не знаю. Была же нормальная еда, ну. Ну что-то яблоко какое-то. Там были куски мяса, но их выкинуло. А, типа, добавилась шкала, и мы все, мы отдыхаем, чуть-чуть покушали. Кнопка приласкать не работает. Пошли дальше искать. Должны вернуться домой до наступления утра. Хорошо. Ночь вторая. Я слышу, как что-то только что пищало. Там снизу мышки какие-то, наверное. Рыба? О, я поймал рыбку. Все, бежим обратно. Я так понимаю, я могу только по одной таскать. О, сильно хорошо накормит. Рот один, ну может в лапки засунуть. Надо рюкзак. Да. Лап. Петляш, ты чё? О, это чё за хрень? Это люди что ли ловят? О нет! Глупый лисёнок, вернись к маме! Отстань, лисёнка! Ноу! Петлыш! Запах не будет держаться вечно. Чтобы найти пропавшего лисёнка! Беги быстрее. Что он с ним сделал? Он его укусил. Молодец, пятныш. Так держать. Повезли на какой-то лодке. Здесь лед обрывается. Найдите еду для остальных лисят. Неужели мы его не найдем?
Да. Не хочет все. Не, ну след обрывается, река же, типа, логично. Вот рыбка. Да, точно, наверное, подкрасться был смысл. Блин, пока тоже прикольная игруха. Так, ты чё, ты только не говоришь, что ты заболел. Мне кажется, они наоборот это выросли и теперь могут ходить и тявкать. А, какие ушастики миленькие. Теперь их можно пет-петом сделать, да? Нужны отдых и ласка, чтобы избавиться от страха. Okay. Чё? Нажмите Q. А, это их позвать. О, привоскать. Так, ну и куда бежим? Сняли у нас эти пути. Барсучиха. Где это барсучиха? Некоторые закрытые, да? И здесь еда где-то. Все тут. Рыбка. Что, поймали? Поймали. Хорошо. И что с этим делать теперь? Могу их прям сейчас покормить или нет? Z-масштаб, C, нюхать, красться. Ну да, наверное, пока есть смысл просто эксплорить. Ну сюда, мельки. Так, это что? О, забираться под дерево. Зачем? Ложи на землю, да я в прошлый раз пытался. Я потом... забрать обратно не смогу. Дерево не упало, наверное. А, его можно будет с той стороны скинуть. Я понял. Так, ну, пока я с ними бегаю, они потихоньку жрать хотят.
хотеть начинают. Кролик. Что какой? Взаимодействие нажми, чтобы они кушали. Ну, может быть. Ладно, в следующий раз попробую. А чё, ну... Он всего лишь чуть-чуть добавит. Ну, рыбка чуть-чуть, хорошо. Прыжок, прыжок, прыжок. Да что, у мелких появились способности первые? Окей. Или я должен выбрать, у кого вкачается? Прокачка детей, да. Ну, допустим... Навыки лисят. Запахи. Блин, пока балдежно. Вообще, прям прикольно. В определенных местах смогут освоить новые навыки, помогать им получать важнейший опыт. Что я вот сюда вот пройдем. Вопросик появился где? А, вот какое-то, да, есть событие. Ничего себе. Блин, давайте на события тогда. Опоздав. Вернее, слишком поздно нажал. Протянул, чтобы найти еду. Там еще что-то есть. Блин, ну это какой-то опять же мусор, или что это за сумки? Ну хотя бы давайте посмотрим, как это делать. Да я понятия не имею, как их кормить. Положи на землю, спасибо. Тявкать, навык взять. То есть кнопка F, наверное. О, кушают. Все, закончилось. Хорошо. Так, теперь события чекнуть, да? Для этого нам надо... по ту сторону как-то пройти. За мост. Электричество. Не пробраться. Что ж, пойдем обратно. Мышка вернулась, наверное, да, в свой сугроб. Ну я же напрыгнул. Ну. Есть. Ребята, чё я вам принёс? Не какие-то там объедки из мусорки.
Так, посмотри, сколько времени осталось. Ночь. Это что, капкан? Во, перепрыгнуть ловушку. Ну, хоть мелкие прошли. Где? Что? В капкане? Так, хорошо. Мелкие, давайте, давайте, сюда, сюда. Там кролик! Это нам прям на это... В норку с собой взять. Ночь близится к концу. Безопаснее будет вернуться в логово. Да, наверное, но... Где здесь забраться можно было? Я хотел их поучить. Забираться на эти... Сейчас, вторая попытка кролика поймать. Но потом в логово. Ясно. Ну и может быть надо спрятаться в этом и выпрыгнуть на него из этого, из стога сена. А, опять прокапывать. Так, все быстро. Ну, без еды грустно, ну, что поделаешь. Погнали вниз, исследуем еще. Касайтесь хищников. Да я сам тебе хищник. Понятно. Нет, лучше вот направо вначале. Фиолетовый запах. Ничего себе. А я как раз сюда и хотел. Мелкие, мы идем спасать брата. Так, по дороге я вам покушать нашла. Я, мамка, молодец. Барсук! Бля, у него головы нет, как... Будто она отрезана. А, что-то я не знаю, как с барсуком драться. Ладно, я страшно, я не могу. Пойдем. Дальше по запаху. Иди нафиг, барсук. Может, в следующий раз тебя в спину укущу. Ведро. Какое-то ведро. А, надо же нюхать, да, по-моему? Лисенка передали какому-то другому челу. Это как раз барсучиха. Что она наша подруга, что она на карте отображается? Так, он ему не понравилось, да? Он еще, кстати, человек. Самый. Если бы он нас заметил.
Окей, это, конечно, хорошо, но... Напал на него. Мне еда нужна. Так, мы все ближе к нахождению нашего лисенка. Мелкие, все хорошо. Тут можно к нему в дом заглянуть. Бежим! Кушаем. Он приманивает на еду, что ли? Походу. Мужик, сейчас я тебя сзади твою еду обойду, если там капкана нет. О, ягоды. Оказывается, вот так еще можно. О, no, это тупик. Приманки ставит, тварь, не говори. Блин, в игре есть сейвы, нет? Только автосейв. Все, он вроде бы ушел. Не, ну я могу сходить туда, где он еду поставил, в принципе. Ой, ночь, нет, нет, бежим, лисята, бежим, мы не успеем. Да прокопано здесь уже, ползи давай. Вон еще люди, блин, ходят. Жесть. Бежим, бежим, бежим. Ага. Блин, это барсук дурацкий. Отстань от меня. Можно было ягоду с собой забрать быстренько, наверное, по дороге. Я думаю, тот факт, что мы прям чуть не успеваем, это не... Не очень страшно. Не знаю. Ну все, мы в логове, все нормально. Ну их подгонять можно, если что. Блин, прикольно, вообще офигенная тоже игруха. Сейчас пойдем научим их карабкаться, наверное, попробуем. Так, ну, если это так вообще работает. Ну, короче, обучение какое-то стартовое, наверное, пройдено. Если вы ранены, победить в схватке не получится.